Смог в данное время для окружающей среды и для здоровья населения он безвреден. Он безвреден. На сегодняшний день этот смог, который образовался над нашей столицей, вызван тем, что как бы идет обмен фронтальных воздухов, теплого и холодного, и отсутствием, значит, ветра, то есть полный штиль, образуется этот смог. Значит. Данная погодная ситуация, значит, способствовала образованию температурных инверсий, значит, и значительному скоплению загрязняющих ингредиентов в приземном воздушном слое. То есть получается, значит, верхний слой – это получается холодный воздух, нижний слой – это нижний, это теплый воздух. То есть между ними, значит, не происходит обмена веществ, то есть получается нет ветра, нет штиля, поэтому вверху холодный воздух, внизу теплый воздух, значит, еще ниже идет, значит, загрязняющие вещества, это, как грубо скажем, этот, от выхлопных газов автомобилей, это раз. Во-вторых, от автономных котельных, которые обеспечивают теплом благоустроенный сектор или же частный жилой сектор, то есть частные подворья. В этом году, по-моему, такая первая раз ситуация за этот год, вот такой вот смог, на который вот многие жители нашей столицы обратили внимание. Ну, тем не менее, будем ждать ветра, будет ветер, значит, разойдется смог, и все будет по-прежнему. По последним данным наблюдений в городе Астане уровень загрязнения оценивается как низкий уровень. Зафиксировано превышение последние сутки по диоксиду азоту. Вообще по химическому составу оксид азот как поступает в атмосферу от автотранспорта, от печей и котельных, также от электростанций.